Мы здесь живем уже практически 35 лет. Семья у нас дружная, веселая. Но в данный момент то, что мы вложили сюда в такой капитальный ремонт денег, и теперь мы, нас хотят выселить на улицу, это непонятно, почему это все это делается. Два дома, 36 квартир в одном доме и 36 квартир в другой. С людьми, которые здесь находятся, социальный найм не заключает. Вот эти люди живут уже больше 35 лет в данных домах. И с этими людьми, соответственно, как обращаются, как с конюшней. Потому что эти дома, как бы администрация говорила о том, что это складские помещения. Но оказывается, здесь живут люди. Я оплачиваю все коммунальные услуги, содержу жилье. Это, то есть 36 семей с каждого дома, они собираются выставлять на улицу детей, пожилых людей. Муж работал на ТЭЦ-2. Временно дали ему жилье. Потом в будущем пообещали ему квартиру предоставить. Сейчас муж у меня умер, его нету, и осталась квартира за мной. То, что я как жила, так и живу. Деваться просто некуда. Я проработал в пожарной охране, ветеран труда, пенсионер МВД. Да, вот грозят то, что да, иск на выселение, как вот и всем остальным. Меня уже сняли. Смотри, дофиксируешься.